Так, всем привет. И начинаем, как обычно, 30 секунд рекламы. Планируете путешествие в новых реалиях или думаете о переезде в другую страну? Тогда канал «Миграция 2023» – это для вас. Актуальные способы эмиграции и советы экспертов. Свежие новости и тренды в туризме. Предложения и статистика. Переходи по ссылке в описании на телеграм-канал и начинай планирование своих перемещений по миру с каналом «Миграция 2023». Ссылка под видео на YouTube. Так что, если кого-то эта тематика заинтересовала, переходим, жмем, подписываемся. Ну, все как обычно. Ну, а тем временем список вопросов, которые я бы хотел озвучить до. Это про розыгрыш. Если вы хотите участвовать в розыгрыше, то что вы получите в самом-самом его итоге, если победите? Этот стрим идет на три канала. YouTube, ВК, ВК Плей. Везде ставят лайки. Общее количество всех лайков, то есть лайки с Ютуба, лайки с ВК, лайки с ВК Плей, суммируется, и победитель получает это количество лайков от меня на свой канал. Если он... Вернее, что нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше? Для начала нужно нажать кнопочку «Подписаться». Это нужно для того, чтобы система смогла вас посчитать. Чтобы участвовать, кроме подписаться, нужно лайк. Ну, считайте, 100 человек подписались, и ни один не лайкнул. Сколько вы получите лайков? 0 целых. Поэтому лучше подписываться. Нажать кнопочку «Поделиться в социальных сетях». Эта кнопочка есть и на YouTube, и в ВК. Для чего это нужно? Придет больше народу, больше участников розыгрыша, больше лайков, больше приз. Легко и просто. Ну а теперь давайте я попробую проверить, как все это у нас работает. Сможете ли вы общаться? Так. ВК работает. ВК Плей тоже работает. Ну и, соответственно, YouTube. Так, социальные сети работают, поэтому если вдруг захотите что-нибудь сказать, пожелать, возразить, просто пишем в чате под видео. Легко, просто, больше ничего делать нет. Но если вы напишите в чате под видео, то я, может быть, прочитаю, может быть, не прочитаю. Но чтобы обязательно прочитал ваш вопрос, сделайте донат.
На YouTube есть донатная ссылка. Там вы спокойно напишите, отправите донат. Не обязательно 15 тысяч максимум отправлять. Можете отправить минимум. Буду доволен вашему донату, даже если вы отправите рубль, 5, 10. Какие еще там донаты бывают? Когда ваше сообщение отобразится, и оно вот в этой стороне на экране. И все. И я его обязательно прочитаю, обязательно посмотрю. По поводу структуры моих социальных сетей. Для меня социальные сети – это просто способ довести до вас, что на Boosty вышла какая-нибудь статья, какое-нибудь видео, какой-нибудь стрим. Да, стрим дублируется ВК, две штуки, дублируется на YouTube. Но если вдруг на YouTube что-нибудь случится, в ВК что-нибудь случится, то стрим всегда в обязательном порядке выходит на Boosty. И поэтому, ну вот когда Boosty сломается, вот тогда мы будем говорить. А пока говорить не о чем. Все остальное это просто шум. Просто белый шум. Как-то оно вот так. Ну а теперь переходим к вопросам, которые вы задавали. И автоматом начинаем розыгрыш. Вот, пожалуйста, розыгрыш начался, будет идти 30 минут. На эту штуку внимания не обращаем. Просто зачем? Вот, слово сказать. Не знаю, как к этому подойти, но... Эту штуку загрузили. Поступает вопрос, что такое, почему донаты не отображают. Вот наверху в углу появилось имя человека, которому он подписался, и сумма, которую он задонатил. Все очень просто. На конечной странице, последней, которая идет там отсчитывать всякую ерунду. Примерно точно такая же, только тут в столбик, а там в полосочку. Поэтому все донаты отображаются, все решаемо, все видно, как-то оно так. Ну и тем временем переходим к вопросам. Вопросы сегодня подобрались как специально, где на пустом месте создали какой-то шум.
Итак, первый вопрос. За антивоенный рисунок в детский дом. Расскажите о семье Москалёва. Семьи как таковой нет. Есть папа, дурачок, и есть несовершеннолетняя дочка. Во всех, ну не во всех, во многих средствах дурограмм информации сообщают о том, что девочка на уроках рисования нарисовала антивоенный рисунок, и за это папу посадили в тюрьму. И забывают совершенно рассказать о том, что у папы уже вот. Так мне немножко удобно в эту сторону крутить. У папы уже пара условных уголовных сроков было. И он просто-напросто последний год забывал отводить ребенка в школу. И, собственно, вся история на этом заканчивается. О чем тут еще было? Дурачок папа. И страдает, если дурачок папа. Дети этого самого дурачка. В данном случае только одна дочка. То, что у папы отобрали ребенка, но папа сам убежал от своего ребенка в другую страну, в Беларусь. Это просто, ну, каким альтернативно одаренным нужно быть, чтобы бежать от путинского кровавого режима к батьке на белую землю. Нет, я бы мог понять, если бы этот персонаж убежал в Грузию, в Прибалтику, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Просто спрятался бы за сопкой на Сахали. Но бежать в Белоруссию и после этого включать там мобильный телефон и пользоваться им. И надеяться, что все будет хорошо, чинно и благородно, его никто не поймает. Это как минимум глупо. Но в любом случае данный персонаж поступил именно так. Задержали. Привезли. Сядет. И на этом вся история, собственно, и заканчивается. Следующая история. Тоже из-за шума на пустом месте. В городе Санкт-Петербург взорвали в кафе, в котором проводил встречу со своими подписчиками Макс Фоми. И во всей этой истории, начиная от то, где и зачем, одна сплошная ложь. Во-первых, кто такой Макс Фоми? Это так называемый пророссийский урка, который стал пророссийским только из-за того, что он был осужден украинской властью за то, что попробовал ограбить банк. Не получилось. Но место сидения на Донбассе, поэтому выбор был простой. Либо сидеть дальше, либо уходить в армию ДНР. Ушел в армию. Откуда при первой же возможности свинтил и стал называться военным корреспондентом. Здесь сразу же идет небольшая поправка. Военный корреспондент – это человек, работающий на газету, журнал, радиоканал, телевизионный канал,
или еще какое-нибудь средство массовой информации, которому дают задание съездить туда, описать это где-то в таком. Данный персонаж работал? Нет, не работал. Поэтому обычный блогер, который зарабатывал на продаже фиников ДБТ, на том, что он рассказывал, какой он молодец, какой он хороший, периодически проводил какие-то встречи, интервью, на которых рассказывал о том, какие проблемы в армии, в Министерстве обороны и прочим бредом. Откуда этот персонаж может знать, какие проблемы в армии, если в армии он не служил? Я имею в виду последнее время. Если честно, понятия не имею, служил ли вообще. Это обычный блогер, назовем это цензурно, пустобрех. Да, он бы стал знаменитым. Стал такой ключевой структурой. Но он никто, и звать его никак. Я провел пару пару опросов в социальных сетях, где задал два вопроса. Первый — это когда его забудут? И второй вопрос: чем знаменит данный персонаж? То есть, ну, что он конкретного сделал? И выяснилось, что никто не знает, что он сделал. Нет, все знают то, что тысячи подписчиков, писал, умел, говорил. Но вопрос-то был про, что он сделал конкретно. И здесь наступает тишина. Ну а когда его забудут, основное большинство ответило через 2 недели. Середнячок ответил через неделю. И очень-очень небольшая группа заявила, что его будут помнить вечно. Я не знаю, как насчет там вечно. Да, согласен, ближайшие лет 5-10, годовщину взрыва, будут постить его фотографию с опухшей жирной рожей. И вот будут рассказывать, а знаете, каким он парнем был, и кровавый нацистский бандеровский режим взорвал. Мне вот одно интересно, Следственный комитет ничего не сказал. А всякие персонажи, которые, да, мы были знакомы онлайн, то есть мы лично не встречали, мы просто, может быть, читали, может быть, писали друг другу, и все. То есть любой из сотни тысяч его подписчиков, может так сказать, и начинает строчить, а знает, а вот они делают так, а вот он делал вот это, а они сделали вот так. А он говорил, что надо делать это. Кто он такой? Урка. Не политический, не борец за русский мир. Он просто пошел в банк с ружьем. И его на этом взяли. И все. И выбора большого у него не было. Либо с тем же ружьем воевать за Донбасс, либо сидеть дальше. Он выбрал воевать. Как я говорил ранее, сразу же переключился на писы. Сидеть и пакостить всякое разное в Телеграме. Эту шумиху я насчет него вообще не понимаю. Да, я не хочу оправдывать. Взрывать бомбы в мирном кафе
Это да, это терроризм. И нужно всех причастных поймать и наказать. Здесь вопросов никаких нет. И думаю, Следственный комитет и остальные силовики Российской Федерации поймают, накажут и все такое прочее. Но мне больше реакции так называемых друзей данного персонажа. Кто-то, кроме соплей и слюней по поводу данного происшествия, осмелился написать, а кто же будет следующим? А ты не зарабатывай деньги на горячих темах. Хочешь быть военкором? Сходи в Красную Звезду, в журнал «Братишка», еще куда-нибудь, какое-нибудь такое издание. Устройся на работу. И все. И ты будешь военкором. Тебе будут давать задания, съездить туда, написать то. Будешь ездить на казенный счет туда, писать, что тебе говорят. А вся эта ерунда, которой вы занимаетесь, это просто-напросто попытки срубить легких денег с лохов. Или просто статья Уголовного кодекса мошенничества. И вот знаете, в этом я нашел небольшое сходство между так называемой оппозицией и так называемыми военкорами. Когда-то давным-давно, когда господин Навальный еще был модной личностью, пока все знали, он еще не был таким, прям таким оппозиционером, был такой типчик, дай бог памяти, Миша Олешковский. Ну, из той же оперы. Постоянно, ну, тогда еще твитил, что нужны деньги, вот нам надо собирать на это, надо собирать на то, и все там, какие-то зверюшки там, еще, ну, то есть, не на политику, а на что-то такое полезное. И вот так получилось. Читаю его твит. Вот здесь нужно было собрать 100 тысяч, собрали 50 тысяч. Плохо. Там речь про какой-то зверинец. Часть собак придется, скорее всего, усыпить. И следующий твит, буквально через 3-4 часа, решил съездить в отпуск, который начинается завтра, в Южную Америку. Чили, еще куда-нибудь, красиво, интересно. Я поинтересовался так, чисто визуально, сколько там Яндекс оценивает дорогу туда, и выяснилось, что если бы так болеющий за зверюшек этот персонаж отдал бы эти нехватающие 50 тысяч из своего личного кармана, то он все равно бы доехал до этой самой Америки Южной, и до Чили, и до Уругвая с Гондурасом. И практически цена бы и... Не цена, цена бы... Ну, ехал бы не бизнесом, а экономом. И все. Может быть, бы лишнюю пересадку сделал. А это, ну, далекие времена, и самолеты летали напрямки, то есть все было хорошо. Чтобы съездить куда-то далеко, не надо было делать пересадку обязательно. Сначала в Москве, потом в Кубаях. Ну, и написал ему: дружище, а как так? Ты потратил столько денег, и при этом заявляю, что из потраченного тобой какую-то крошку отломить и хватило бы на общее полезное дело.
И этот персонаж заявил, что я целый год работаю, и у меня только отпуск, и я не буду, не хочу и не стану тратить свои деньги на всякое разное мне не сильно будет. Но при этом, да, целый год. Скидывайтесь на это, скидывайтесь сюда, скидывайтесь туда. Ну а военные корреспонденты, так называемые, то же самое. Вот номер карты, давайте переведем деньги на квадрокоптеры. Вот вам еще номер карты, на эту карту уже на бронежилеты. Сюда на каски, сюда на портянки, сюда на бинты, сюда на сеточку, сюда на это, сюда на то. Я уже много-много раз поднимал этот вопрос. Ты собрал 1 000 000 рублей. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Почему ты... Да, я купил там то-то, это. Покажи нам чеки. Вот я купил это. Перевел такую-то сумму. Максимум, что мы видим, это бронежилеты. 10 штук. Столько-то рублей. Не чек, а просто от руки написанные буквы. Ну а почему ты написал там 300 тысяч? А написал бы 400 тысяч. 100 тысяч себе в карман положил бы. Почему нет? А если нету отчетной документации, то сдается мне, что написать можно любую фразу, любую сумму. И, скорее всего, так оно и есть в большинстве случаев. Ну, вот как-то оно вот так. Я не исключаю, что, да, среди так называемых военкоров есть те, кто на самом деле собирает деньги, и на самом деле все собранные рубли переводят на оглашенную цель. То есть собирал на бронежилеты, потратил все на бронежилеты. Собирал на то, потратил все на то. Есть такие люди. Но из общего количества военкоров таких, я не знаю, я не могу приводить статистику, может быть их 1 на 100, может быть 1 на 1000, а может быть... Их даже целых 5 на 10 человек. Я не знаю. Но вспомните то время, когда посредством массовой информации прошла информация о том, что Федеральная служба безопасности будет проводить проверку блогеров, которые проводят такие сборы. И будут просить у них предоставить отчет. И после этого 2 недели вообще никаких сборов практически не было. Сейчас, да, опять число немножко увеличилось, но опять же увеличилось не до того объема, что был до этой новости. То есть что получается? Там, куда вы собирали деньги, вдруг резко все нашлось и ничего покупать не нужно? Или вы... клюнули на эту клюкву. Тут надо было немножко изменить одну ерунду. Ну ладно, все. На эту тему больше говорить не буду. Как говорят в народе, сдох Максим и хрен с ним. Родным соболезнования. Уже сейчас проводят сборы. Давайте скинемте на эту карту жене, на эту карту маме. Сдается мне, что данный персонаж на финках ЛГБТ заработал
достаточно денег, чтобы и жене, и маме на первое время хватило. Но вы всегда можете взять и задонатить. Ну а пока вы думаете, донатить или не донатить, на госуслугах пропала кнопка «Удалить профиль». И это связано с тем, что на госуслуги теперь будут приходить повестки от военкомата. И эти повестки будут приравнены к ручному вручению. То есть тому, что в дверь вам стучали, вы дверь открыли, и вам под роспись на бумажечке вручили повестку. Если подождать день-два после этой новости, то мы узнаем, что все это, да, на самом деле было убрано, но убрано по другим причинам. И свой профиль вы точно так же можете удалить. Но для этого вам просто нужно будет прийти в функциональный центр МФЦ, написать заявление, и все, ваш профиль будет удален. А чтобы не возникло всяких косяков, например, госуслуги у меня подключены к ВКонтакту. И поэтому на моем ВКонтакте в личной странице галочка стоит. Также они подключены к Почте России госуслуги. И когда я прихожу, достаточно иметь только один мобильный телефон, на который придет смс-ка с паролем. Не пароль, код. И совсем не нужно доставать паспорт и заполнять бумажку со всеми данными. Просто пришел, показал штрих-код, мне вот эту посылочку получить. СМС-очка пришла. Да, номер такой-то. Хорошо, вот ваша посылочка, забирайте, до свидания, приходите к нам еще. И если мой профиль на госуслугах будет удален, одно начнет работать немножко кривовато, другое начнет работать немножко кривовато в другую сторону. И чтобы вот этого не случилось, это все и сделали, как нужно сделать. И появились на просторах российского интернета некие персонажи, которые сообщают нам, что Китай высказал свое согласие и прислал к нам небольшую кучку программистов, которые избавят российский интернет от YouTube к концу 2023 года. То есть помогут Роскомнадзору заблокировать данный ресурс, и мы останемся без YouTube, с ВКонтактом, Рутубом и прочим. Никаких источников у этой информации я не нашел. Да, написал достаточно много человек про это. Но вот ссылочка, где работник Роскомнадзора сообщает, что в Роскомнадзор прибыли программисты из Китая, отсутствует. Все говорят, что прибыли, все говорят, что из Китая, все говорят, но прибыли они по своим делам или помочь заблокировать или заблокировать, что им нужно делать, хотят они, не хотят, это или так, неизвестно. Ну, как я сказал в самом начале сегодняшнего стрима, мой основной ресурс — это Boosty. Заблокируют YouTube, да и хрен на него. Будет ВК. Вернее, ВК-то уже есть. Заблокируют ВК, что маловероятно. Ну, попробуй в очередной раз осилить руку.
более глючной платформы, если честно, давно не видел. Зарегистрировался. Так, хотите провести стрим? Ну, мне надо. Куда и код получить. Щелкаю кнопочку. И он у меня разлогинил. Ввожу свои данные, и он отказывается залогинить. С третьей попытки залогинился, все нормально, опять. Захожу в настройки, ищу настройки стрима. А, классно, все, получить, разлогинился. Проходить обратно вот этот кроссворд, чтобы опять залогиниться. Да ну его на. Вот исчезнет YouTube. Тогда да, попробую. А пока живем как-то без Рутуба и без него дальше проживем. Толком заменить он все равно ничего не сможет. Как-то оно вот так. Еще одну ерунду хочу проверить. Да. Сердечки скачут. Ну, а тем временем до окончания сегодняшнего розыгрыша остается 40 с небольшим секунд. Поэтому давайте подождем. Вдруг кто-то успеет. Давайте, давайте, по-быстренькому, прям раз. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И сегодняшний розыгрыш окончен. Победителя нет. Ну и, собственно, все. И переходим к следующей части, а это у нас будет киносериальники. И в киносериальной части сегодня поговорим про два отечественных сериала. И из-за того, что некоторые из тех, кто смотрит, не понимают, про какой я сериал говорю, теперь придется добавлять трейлер. Итак, первый сериал. Шпион. Я не буду больше так, дяденька, только полицию не зови! В этом убийстве нет никакого смысла. Насколько я понял, у американцев есть нелегал ФСБ, но они сами не знают, кто. Но у нас никогда не было нелегала на Лубянке. Нечто, по-моему, забыл, что с завтрашнего дня я пенсионер. Ты единственный, на кого я могу положиться. Вся операция срывается. А у тебя в группе, скорее всего, предатель. Чтоб тебя в упор не видели, будь у всех на виду. Я тут заметила кое-что странное. Ближе не подходите. Я умею стрелять.
Это вам. Мне? Очень личное. А от кого? Там все указано. Ты мне обещал. Стопудово у него кто-то есть. Хотите правду? Никто из ребят не поверит. Либо ты со мной, либо ты с ним. Что-то не так, товарищ подполковник? Все будет хорошо. Поверь. «Шпион». Премьера многосерийного фильма. Скоро на Первом. Завтра все тайно станет явным. И скажу, что прям как-то вот так этот сериал меня это просто хороший сериал. Да, Сергей Безруков, да, куча еще таких актеров, которые играют самого себя в том плане, что не роль, а именно, ходят, как они ходят, говорят, как они говорят. Но при всем при этом, что мы имеем по этому сериалу? Американец. В 20 лет начал работать в ЦРУ, выучил русский язык, прошел специальную подготовку, закинул вместо убитого русского парня, занял руководящую должность, подготовился уйти на пенсию в 45 лет из ФСБ в звании капитана, резко получил день своей пенсии звание подполковника и угрозу своего раскрытия. И дальше мы смотрим, как данный персонаж пытается навести порядок вокруг себя. Смотреть интересно. Сегодня буду смотреть заключительную серию. Поэтому, если честно, на самом деле просто интересно, как он выпутается, к чему все это приведет. И как-то оно вот так. Стоит смотреть или не стоит? Стоит однозначно. Смотреть просто интересно. Какого-то экшена, хитропридумывания нету. Но то, что можно сделать так, а не это, можно так, а не сяк, нет, просто хотите посмотреть интересный детективчик, посмотрите. И следующий сериал. Сериал «Страж». Приказ на ваше уничтожение уже получен. Я твой единственный шанс. Штурм. Он променял спецназ на вневедомственную охрану. Есть вакансия в охране старшей группы. Засунем по-тихому, но должность сержантская. Без разницы. Главное оправдать батю. Но вы не следователь, Царев. Вы сотрудник вневедомственной охраны. Я контуженный. Мне терять нечего. Но остался верен своим идеалам. Чёрт, поведение часто выходит за рамки уставов, но никогда за рамки морали. Искренность – мое второе имя. Я реально хочу тебе помочь. Потому что справедливость – его второе имя. За свободу твоего отца, за правду и справедливость ты не меняешь. Макар Запорожский. «Стражник». Премьера с понедельника в 20:00 на НТВ. Данный сериал, да, уже посмотрел до конца. Что в нем есть? Папа – начальник вневедомственной охраны города Тольск, где-то в районе Питера. Сынок – майор спецназ. Полностью отмороженный типчик. Справедливость, закон, честь, порядок. И уверен, что у него папа точно такой. Приезжает к папе на день рождения.
И на этом дне рождения входит работница Следственного комитета и арестовывает папу. И после этого начинается движуха, нужно доказать о том, что мой папа не виновен. Доказывает, папу отпускают. Но вскрывается то, что папа живет на две семьи, и не то, чтобы он совсем не виновен. Потом появляется другая мысль, что нужно любовницу папы доказать, что она убила маму. А мама тем временем умирает от рака, сахарного диабета. Пока доказывает, любовницу убивают. И нужно найти следующего отрицательного героя, которым оказывается друг детства, над которым в последней серии сумели победить. Те хорошие остались жить долго и счастливо, все плохие либо убиты, либо серьезно ранены. Но в основном как-то так. Каждая серия как отдельный фильм. Да, есть общая информационная повестка по всему сериалу. Но как сотрудник неведомственной охраны, есть, помните, видеоролик, который на трейлере был, должность сержантская. И на сержантскую должность взяли майора. И он с майорскими погонами ходит. Ну, ладно, пускай. Всякое в жизни бывает. Катается на машинке, и в каждой серии так, здесь у нас вот это, здесь у нас то случилось. Надо вникнуть в суть, надо проверить, надо то, надо все. И по сути дела из обычного сторожа, вот эта машинка, на которой он катается с двумя своими напарниками, превращается в скорую криминальную помощь. И Следственному комитету позвонят, надо помочь, ребята идут, помогают. Из милиции, ну, из полиции позвонят, надо помочь, идем, помогаем. Надо то, надо проследить, надо выяснить, надо это, надо то, надо все. И прям, чтобы город Дольск делал без этой машинки. Ну, как-то оно вот так. Проходит. То есть. Интересно смотреть. Да, интересно. Никак. И он здесь интерес немного другой. Здесь бегают, прыгают, и руками, ногами дерутся, и стрельба, пальба, и всякое разное. И серий 16. Поэтому все вот так надо было растянуть и снять интересный боевичок про необычных людей. Про них снять. Стоит смотреть эти два сериала, которые я сегодня говорил. «Шпион» однозначно для любителей детективщиков и всяких хитростей в плане подумать, обмануть, решить как-нибудь, как не то. Ну а «Стражника»... Ну просто посмотреть и ни о чем не думать. Так, очередной сериальчик, который можно посмотреть. Ну а тем временем стрим подходит к концу. В следующий раз мы увидимся. Так, сегодня у нас четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Вопросы задавать вы знаете как. Поэтому всем пока. Увидимся на следующей неделе. Ну, собственно, и все. На этом я с вами прощаюсь.